Одинцовские госавтоинспекторы вновь провели профилактическую акцию «Засветись», чтобы напомнить пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов. Брелок, наклейка, браслет помогают пешеходу стать более заметным для водителей в темное время суток. Особое внимание дорожные полицейские уделили детям. Они побеседовали с юными пешеходами и их родителями о правилах поведения на проезжей части. Всем участникам акции вручили световозвращающие наклейки и браслеты, а также тематические листовки.